сегодня с вами мы посмотрим, какие у нас есть шикарные ткани для постельного белья. И попробуем вместе рассчитать и посмотреть, сколько его нужно для комплектов больших, маленьких, детских и так далее. У нас очень большой выбор хлопка. Он весь 100%. Ранфорс, акфил. Акфил это однотонные ткани. Ранфорс это цветные ткани, которые мы можем использовать для постельного белья. Как его рассчитать? Я немножечко вам это быстренько расскажу. Двухспальный комплект потребует для себя, мы тут красивые таблички повесили, для того, чтобы это было наглядно, чтобы каждый мог сам, либо с нашей помощью, посмотреть ширину и длину ткани, которая нужна. Для двухспального еврокомплекта приблизительно 7,5-8 метров нужно. Для комплекта полуторного, детского, например, да, для ребенка, достаточно будет 6 метров. Как это рассчитывать? Мы возьмем с вами классный детский ранфорс. Ткань плотненькая, очень приятная на ощупь. Это 100% хлопок Поплин Люкс. К нему можно взять компаньон. Это акфил, однотонная ткань. Также 100% хлопок Поплин Люкс. Все наши ткани всегда 240 сантиметров шириной, что очень удобно для пошива постельного белья, так как большинство кроватей двухметровые. Соответственно, мы ширину нашей ткани используем на длину кровати и считаем, рассчитываем ткань на кровать шириной кровати. Для, например, простыни потребуется, если ширина кровати 1,60 м с напуском, потребуется всего лишь 2,40 м. У нас есть классные варианты для мальчишек и для девчонок. Очень яркие, очень красочные, очень с крутыми классными рисунками. И их можно компоновать тоже с разными однотонами, например, либо делать полностью с одним, с одним рисуночком. Вот, например, вот так. Верх наволочки может быть с космосом, с красивым, а низ, например, из однотона. Также можно сделать с пододеяльником. Мы в нашем магазине всегда всем стараемся помочь с расчетом. Если самим это сложно, приходите, мы с удовольствием с вами вместе посчитаем на ваше постельное белье, сколько нужно ткани. По стоимости выйдет однозначно дешевле, чем готовые комплекты. Ранфорс, почему его лучше использовать, а не сатин, например? То поплин, он более плотный, более такой, как это, бархатистый, да, а сатин, если сравнивать с сатином, то он более гладкий и более холодный, то есть, ну, кому как. Это как бы не преимущество, и не плюс, и не минус, понимаешь? Это чисто на вкус. Производитель дает рекомендацию учитывать усадку ткани до 10%. Это не более 10 сантиметров на постельный комплект. То есть чуть-чуть надо больше брать. Сначала обязательно проводить ВТО ткани, а потом уже из нее шить постельное белье. Ну, либо если делаете в подарок комплект, то можно сделать с запасом небольшим 5-10 сантиметров на общий объем, например, пододеяльника, да, и тогда оно при стирке само уже впоследствии сядет немножечко и будет великолепно по размеру одеяла вашего. Также у нас представлена ткань, которая называется сатин. Чем же отличается сатин от поплина? Сатин более гладкий. Ткань очень с красивым гладким плетением нити.
Также это 100% хлопок, как и все наши ткани. Сатин имеет двухстороннюю структуру ткани, то есть ее можно использовать на обе стороны. Она с обеих сторон будет лицевая сторона, то есть можно ее переворачивать условно, и очень она гладкая, приятная на ощупь. Особенно хорошо летом, когда жарко, ткань это чуть-чуть такая более прохладная. Чуть-чуть, может быть, не намного, но немножко тоньше, чем поплин. Очень, очень похоже на шелк. У нас большой в магазине выбор нити для пошива, для швейных машин. И мы с удовольствием всем поможем подобрать нитки к постельному белью под до тональности точной, чтобы было прям очень-очень все красиво и точно. Все, не попадаю я. Вот. Идеальный вариант. Приглашаем вас в наш магазин. Я уверена, что мы удивим вас выбором нашей ткани для постельного белья.